Футболисты барнаульского «Динамо» готовятся к серии из трех домашних матчей. Первый на очереди – аутсайдер лиги «Крылья Советов-2». Сейчас барнаульцы занимают 7-е место в турнирной таблице с активом в 38 очков. И главная задача на ближайшие матчи – остаться в середине таблицы. Однако у подопечных Александра Суровцева есть ряд проблем. К сожалению, наши кадровые проблемы пока как бы мы не можем никак найти даже. И, ну, на этом выезде перестроение 3 защитника тоже, наверное, не дало результат, учитывая, что у нас потери линии обороны. Матч «Динамо» против «Крыльев Советов» состоится завтра в 18:30. И вслед за основной командой молодежка «Динамо» в рамках 3-го дивизиона высшей лиги встретится с «Алтаем» 4 июня. Барнаульское дерби начнется также в 18:30. Барнаульские коммунальщики и волгодонская волчанка встретятся между собой в рамках Суперлиги чемпионата России среди женщин. Сейчас наша команда занимает 4-е место и на 1 балл отстает от датчанки. Матчи состоятся на стадионе коммунальщик сегодня и завтра в 19:00. Дмитрий Дроздов. День с толком.